Каждый пятый житель Архангельска остается без горячей воды. Такие выводы можно сделать из отчетов коммунальщиков. Подключено 79% потребителей. Наконец, подняты параметры теплоносителя вокруг Варавино «Фактория». Пошла тепленькая и в домах центральной части города. Завершается ремонт магистрали в районе улицы Галушина. Горячая вода должна появиться сегодня. Так же, как и в домах на улице Гагарина от обводного канала до моста в районе улиц Комсомольская и Шубина. За справочной информацией можно обращаться в диспетчерскую ТГК-2, номер на экране. Помните, пока специалист управляющей компании не откроет задвижки непосредственно в доме, горячая вода в кране не появится.